Первыми на олимпийском льду накануне вечером скрестили клюшки россияне и финны. Отмечу, что у обеих сборных давние счеты друг с другом. Красная машина со счетом 5-2 раздавила команду Суоми в недавнем финале чемпионата мира. А финны выкинули нас из борьбы за олимпийское золото еще в четвертьфинале. Как отметили наши хоккеисты, они вернулись в Сочи, чтобы доказать, проклятие большой ледовой для них больше нет. И похоже, что сборная на верном пути. Уже в первом периоде на 19-й минуте ворота соперника распечатал Евгений Медведев. Вторую шайбу забил Сергей Плотников за 18 секунд до финального свистка. Да, хорошее впечатление. Выиграли. На первый период хорошо сыграли. Второй могли сыграть лучше. Добавлю, на 12-тысячной арене не было ни одного свободного места. Билеты на 3 дня матчей были раскуплены еще за неделю до начала Кубка. Следующие матчи пар Швеция-Россия и Финляндия-Чехия пройдут на Большой Ледовой 20 декабря. А победители станут известны вечером в воскресенье, когда россияне сыграют с чехами, а финны сразятся со шведами.